Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска. Двигатель 4.2 бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 187 тысяч километров. Заменю на нем масло в заднем редукторе. Поднимаю автомобиль и сливаю масло. Поднял автомобиль. Вот у нас крышка заднего моста. Сливной пробки здесь нет, только заливная. Нужно снимать крышку, сливать масло через крышку. Но здесь вот вокруг сейчас вот эту грязь всю почищу до того, как сниму крышку. Чищу. Болты на 13, ослабляю их. Восьмерка, короткие, похоже на герметики. А нет, да, на герметики. И посажу их тоже на герметик. Побежало масло. Крышка на одной прокладке сидит. Ну, пусть стекает, я еще два болта не открутил. Снимаем болты. И убираю крышку. Магнит в ежике, но не сильно. Крышку мою, магнит мою. Здесь редуктор без самоблока, обычный. Ну, тоже немножко его ополосну. Грязненький был, но не смертельно. Чисто налет. Снизу даже стружки нету.
прокладку новую заказал использовать. Старую не буду. Крышку вымыл, магнит вымыл. Беру новую прокладку. Новая прокладка оригинальная. 124-79-020. Вот такая идет металлопрорезиненная. Болты смазал герметиком. Так, здесь масло появилось. Еще подтекает, чтобы на прокладке его не было. И наживляю. Болты сразу через прокладку вставил. Ну и все, прохожусь, подтягиваю остальные и будем заливать масло. Все, болты подтянул, смываю подтеки. Откручиваю маслозаливную пробку. Здесь 4-граммик. Сейчас камеру немножко по-другому поставлю, а то отсвечивает. Так, 4-граммик здесь 9.5 миллиметров. Беру масло. Масло буду использовать Castrol 75W90 Synthrax. Номер для заказа 150-07E. Здесь хорошо. Есть вот такая штучка приспособления для заливки масла. Можно без нагнетателя, без шприца. Нет, шланг все равно удлинитель нужен. Заливаю. Кусочек шланга прямо на носик одел. Вверх поднимаю и спокойно все масло выдавливаю. Один литр ушел. Второй литр я
не полностью выливаю. Здесь должно быть 1,9 литра. Не знаю, 1,9 будет по пробку или не по пробку. Остается 250. А, ну, отлично. Здесь получается 1,9 литра. Это по заливную пробку. Поэтому подгадывать можно не подгадывать. Еще добавляю. Лишнее пускай стекает. В канистре у меня осталось... Где? А, вот, прозрачное масло. Ну да, чуть меньше 100 грамм в канистре осталось. Все, лишнее масло стекло. Закручиваю пробку. Смываю подтеки. И на этом замену масла в редукторе заднего моста я закончил. Всего вам доброго.